Вы очень удивитесь, но самое лучшее одеяло для зимующих деревьев и растений – это толстый слой снега. Под ним, Мур, твои семена точно не замерзнут. Но снег же холодный! Разве им тепло будет под таким одеялом? Снег, конечно, сам землю не греет, но он отлично удерживает тепло земли и не дает ей остывать. Снег решает ту же задачу, что и ваши варежки. Да что вы! Да, сами по себе варежки тепло не излучают, но когда мы их надеваем, они отлично удерживают, сохраняют наше тепло. Получается, мы своим же теплом и греемся? Именно так. Ну, хорошо, согласен. Твоей клумбе, Мур, одеяло не нужно, и ее снег греет. Но мою-то яблоню снег не греет. Веточки у нее голые, без листиков. Яблонька твоя специально сбросила листья, чтобы не тратить силы на их пропитание. Зимой корням дерева намного сложнее добывать воду из промерзшей земли. И дерево сбрасывает листики до теплых времен? Угу. И наши варежки с носочками, как и листики, ей совсем не нужны? Да, а вот если бы снег не накрывал землю, как одеяло, то корням яблоньки пришлось бы очень туго. Какой, оказывается, снег нужный? Да, природа все продумала.